Я разговаривал сегодня с Вячеславом. Вы там, так как-то бы у него это взять надо. Там мне опять то же самое повторять приходится. А он мне все передал. Вы можете даже не... Ну, передал. Ну и хорошо. Корочки я показал какие. Вы сравниваете, им дайте, чтобы один к одному было. Цвет, какое оформление, все одинаково сделать. Дальше. Должны быть в каждом лессе. Лессе – это закладка. Она должна заходить сантиметров там 5, сколько. Ее приклеивают фальшиком, по так скобочкой вверху. И чтобы она прошла повдоль, и сантиметра 7 длиннее была. В первом томе белый, второй синий, третий красный. У меня, Игнат Тихонович, знаете что, вот я когда ходил в типографию, они сказали, что вот лессе, которое вот в первом томе у меня, оно такое вот волнистое, что это не типографское лессе, это отдельно в швейной промышленности продается. И если нужны именно такие, фигурные, вот, сейчас покажу. Да нет, не фигурные, просто ленточка, маленькая ленточка, у них обязательно должны быть. Да, ну вот... Ну это называется, такая... это вьюнок называется, вьюнок. Ну вот, вот эти вьюнки можно, я могу отдельно купить, точно такие же. Только сам нарежь их, замерь, сколько она есть, ну и сделай длиннее сантиметров на 10. Ну да, либо куплю такие же, либо они сделают обычные, типографские. Обычные, типографские, пускай и делают, не надо покупать. А, ну все тогда. Да. Тут у нас таких не было, я сам покупал и сам нарезал, и сам отдавал. Ну да, они дальше хорошие, кстати, теперь, вот которые комментарии я даю, там подчеркивать не надо, мы договорились. А которые библейские там есть, это подчеркнуть и большие одновременно, хотя бы одно слово. Главное, я его выделяю, это большой смысл имеет. Но остальное надо, чтобы нижние строчки сходились со старым. И поэтому кое-где там шрифт, может быть, у вас чуть-чуть помельче будет. И... Ну, нижние строчки со старым почти невозможно, чтобы сошлись. Это мы удлиним работу месяца на полтора еще. Это просто что-то запредельное. Потому что, когда мы уменьшили вот эти буквы в комментариях, там все уменьшилось. Я и так подгонял там уже. Ну вот за счет этого у вас и получилось так, нет, вы уменьшили буквы. Зачем же уменьшать-то? Чтобы 752 страницы было, условие было жесткое. Обожди, одну-две страницы, вы начали тихо, а кто за ней договаривался, кто позволил вам это делать? Одну-две страницы, еще их на продажу или что? Зачем они нужны? Ну там нет. Все скомпоновано, все. И когда они проводили там коррекцию-то, они же смотрели и давали знак сверху или снизу строка. У тебя теперь что? Это все улетело туда-то. Что вы будете нет, уменьшать буквы, какую-то страницу другую сохранять, об этом речи не было. Я говорил один к одному делать. Репринтное издание. Вот это вот не годится. Страница сохранилась у меня. У меня столько и есть страниц. Все нормально. И там они почти совпадают с вашим. Но там, может быть, где-то какое-то смещение из-за того, что мы уменьшили размер комментария. Как размер? Ну, как размер уменьшил? У вас книги, вот. Сейчас я открою. Ну. У вас слова отдельные, очень сильно выделены. Мы же договорились с вами, что мы их делаем просто все заглавные. Ну-ка, покажи. Ну, видите, у вас здесь выделено. Вижу. Так эти слова, которые выделены, они взяты из предыдущего текста. Это, это не мои слова, филактовы. Их нельзя трогать. Так я их не трогаю. Дело в том, что мы с вами договорились, что я делаю все заглавные буквы. И без подчеркивания. Я так и сделал везде. Ну как, ну сейчас тут... Говорят, вот как оно сейчас и выглядит. Почему так не сделать-то? Трудно разве? Тут лишний вот этот пробелы образуется. Видите, вот эта дырка? Ну тут ничего не сделаешь уже. Пробелы вот всегда тут. Были. Вот здесь. Ну да, ну нет, да, ну да. Я сделал так, что ровно стало теперь. Ну они жирные, подчеркнутые. Они жирные и большие. Их очень видно сразу в тексте.
Ну а как большие-то? Вы же говорите, что уменьшили. Все заглавные. То есть у вас-то были изначально там заглавные и строчные пошли. А у меня все заглавные сразу же. И как? Выделены жиром. Все комментарии, целиком все комментарии большие. Нет, только те слова, которые вы выделили. Так я выделил, вот. Это блаженный Фифилат говорит, и мне надо их повтором вбить в голову. Все так, и они вбиваются там. А что вы сделали? Я не пойму тогда, что сделали-то? У вас, например, идет текст основной, ну, например, 9 шрифтом, размером, да? А вот слова, которые вы выделяли, он идет 16 размером. Ну... Я сделал, например, 9 тоже, но все набрал заглавные. И это смотрится более читаемо, но видно, что это выделено, сильно выделено. Это прям почему заглавными-то? А если не заглавными, а просто увеличить на единицу другую, что оно? Какая разница? А хуже будет видно, хуже. Ну, мы это вроде согласовали с вами на начальном этапе еще. Вячеслав согласовывал. Я ничего не буду. Относительно страниц, вот вы говорите, а другая. А зачем они нужны страницы эти голые? Там нет голых страниц. Там все у меня сплошняком идет, но где-то, может быть, строчка к строчке не совпадет. Я вот проверял по страницам, более-менее все совпадает по трем томам. А вы видели такое? Бывает... старинные книги написано репринтное издание. Что оно означает? Тут один в один. Я об этом и просил с первого раза. Вы все это изобретения какие-то да, маленько сделать, ужать другой шрифт. Репринтное издание. Но посмотреть, где какие были ошибки, там ее перевести больше, ничего не было. Ну, я тут уже не лезу. Вы с Вячеславом что согласовали, я так и делал. Вот. Сейчас он мне все, что сказал, я в работу принял, буду выправлять. Там посмотрим сейчас. Ирине я тоже напишу, чтобы она на это конкретно времени тратила. У него оригинал сохранился, вот я просто просил бы, сделайте репринтное издание, больше ничего не надо. Все, что вы делаете, вот страница в страницу даже, которую мне скинули, она не переводится, у вас там что-то другое. Когда мне нужна, допустим, 600-я страница, я Alt с контром нажимаю, буква G, вылетает рамка, я написал 650, нажал, уже я там. А здесь я даже не знаю, как, чего делать. То же самое все. А какой смысл, чтобы совпадало эта страница в страницу? Так, ну, чисто практически. Ну, я ищу, мне надо эту страницу подправить. С первой страницы 650, я что, листать должен? Да к вам уже ничего править-то не надо, уже все поправить. Да мне не надо, надо. Постоянно мне надо, когда люди спрашивают, мне надо скопировать. И поэтому я заряжаю, какая страница, копирую, и все. Мне нужен оригинал, чтобы я мог копировать людям посылать. Вопросы задают. Все понятно. Не, он будет у вас, там все будет удобно. Я понял. Ну, я соглашаюсь, деваться мне некуда. Ну, я уже жалею просто, что такой изобретатель, вот как ты. Будет все удобно. Оно все удобно, ищется легко и хорошо. Понимаешь, как вот ты? Это удобно. Мне не 18 лет. Это второе издание. И хорошо, хорошо оно у нас сделано, хорошо. А выходит теперь, что у нас плохо, ты хорошо знаешь. Да нет, я же делаю, как согласовали с вами. Я же не от себя сейчас... Мне деваться-то некуда, потому что уже и деньги платить надо, и все. Согласовали. Согласовывать не надо. Репринтное издание, и все. Буквы Е, Ю, там запятые только подправляли. Сестры-то больше ничего они не делали. Бывает, там где-то одна буква пропущена была. А нет, тут все, и шрифт другой. И на все посягнули. И теперь еще сохраняются страницы. Нет, шрифт тот же самый, как другой. Все. Меня Вячеслав, он сказал, если будешь свое впихивать, я тебя отлучу от работы моментально. Я на этом стою. Ну ты когда сказал-то, ты уже там лазил и лазил. Ты уже и шрифт другой все сделал. Нет. Мы... Когда он это сказал, все стали делать строго. Я не пойму, какой у вас вот изобретательский такой, зуд какой-то такой. Ты изобрети сам, сделай, напиши книгу, делай, что хочешь. Я отношение к книге это имею. Почему Конечно. Я должен теперь тебе сказать, а это плохо. К этому шрифту привыкли, там Times. И School, это которые отдельные мои комментарии между двумя тоненькими строчками. Это уже все, экземпляры разошлись.
и ни одного замечания не было. И оно легко бросается в глаза. Я много считал книг, и поэтому тут со мной потягаться еще надо. Я вижу, какой шрифт идет на глаза. Это шрифт «Таймс» один из самых лучших. Он и есть у меня, он и есть. Нет, вы другой шрифт уже ставите. Я посмотрел... Нет, нет, там «Таймс». Ну как это другой? Когда скинули на меня это, я стал смотреть, и это чужой, я не узнаю даже. Шрифт называется «Таймс Нью Роман». Я его взял. Ну, который с этим-то сравнивать? Это репринтное издание, еще раз говорю. Вы на это слова-то обратите внимание. Это уже апробировано. Уже много лет. Последнее, только второе издание я издал 12 лет назад. 12 лет. Все разошлось. В библиотеках мира, везде. А мы подправим. Зачем? Зачем, когда считается всеми это? И легко считается. И даже... Ну, я тут не властен, Игнатий Тихонович. Вы с Вячеславом тогда. Он со мной работал. Согласовывал с вами. Я не могу через голову прыгать. Он что-то с вами согласовал, мне поручил. Я... То, что вы сейчас говорите, если делать, надо все снова делать. Я могу это сделать снова, хорошо? Уже опыт у меня есть. Нехорошо, нехорошо, все нехорошо. Много. Тут надо самое большое сейчас финансовое. Как вы фотографии будете на мелованной бумаге, которая сделана у нас, чтобы не хуже было, без краев, чтобы картина была Гюстава Доре до конца, под обрезку. Ну, как у нас там сделано? Когда буквы идут, шрифт, там поля. А здесь нет полей. Она, чем больше, тем лучше. Вы это, этот вопрос-то не решаете никак. Как не решаем? И мы еще полгода назад со всеми типографиями... Книга у меня, все книги до одной, сшитые. Сшитые. И ты видишь, они закругленные. Видел, как они закругленные? Конечно, французский. Это переплет. Округление корешка называется. Я сам реставратор, переплетчик. И мне это все дорого. Тем более я все время пользуюсь своими книгами. Большие материалы. Вот сейчас перемолотил 15-16 том. Там где-то 80 с лишним биографий. Как люди пришли к Богу. Очень интересно. Это благодать Божия людей подвигла. У меня праздного нету. Это от нечего делать. Сидел бы я там, ковырял в зубах. Я не знаю, говорит, я согласился. Он говорит, а мы уже сделали. Я еще, говорит, голову оттяпали. Я не знаю еще как. Простые слова говорил. Слово один к одному я говорил, сделать так же, как было. Но это никуда не денешься, это в записи осталось. У меня есть запись, где вы говорили, соглашаетесь с тем, чтобы мы уменьшили слова комментариев. И заглавными сделали их. И вот все сейчас, дальше, чем идем, все больше выявляется, что не похожее все. Я уже и не узнаю. Даже вот прислали, я страницу не могу перевернуть одну. А вот там убрали, в типа нигде не убрали, я здесь пошел, все на месте. Только поговорили. Шрифт, все остается, все один к одному. В типографии, в которой мне 38 томов напечатали. Да переизданы еще какие. А там у вас нету. Там они что-то лучше нашли. Ну, это как сейчас в компьютерах. Нормально, деталей нету. Они что-то изобрели. Изобретать уже не надо. Он уже хороший. Нету маленького, и тогда покупай новый. Ну, это же понятно, для чего делается. А тут-то никакой выгоды нету. Я не могу ничего сказать. Потому что выгода я не вижу. Мне нужно... Когда выйдет экземпляр, и вы увидите, что совсем не то, и уже ничего нельзя будет сделать. Я каждый день смотрю это дело, и, ну, зачем, думаю, он, когда выделено это, чтобы именно вот эти из текста Блаженного Феофилакта выделить и в комментариях повторить до 5 раз, этого никогда не было за 900 лет. Нигде. Я выхватываю главную мысль, заложенная здесь, которая именно против проповеди там говорит, а здесь за проповедь, за Слово Божие. Два момента только беру. И как оно выглядит-то сразу? И вот они, сестры, когда смотрели, они показывали, такая-то страница, 55-я, минус, то есть считать снизу надо, третья строка, слово такое-то, такое-то, оставлять надо так или нет. А здесь еще убудьте, когда ту страницу открою, у тебя она, эта строка-то на 20-й странице, на 20-м ряду стоит. Плюс это сверху считать надо.
И тогда то, что они указали, какая строка, можно было найти, где нельзя. Я третий том проверял и так и делал. Оно внесено уже было, когда мне передали. Все внесено. Мне не надо ничего было уверять. Я только оформлял. Все внесено и все хорошо читается теперь. Опять, лишь бы хорошо... А что, до этого плохо считалось? Хорошо считается, плохо считалось? Ну да зачем же тогда изобретать это-то? Я вот никак не пойму, зачем? Говорили помогать друг другу, это не помогать, а просто порицательно. Я решил сделать так, когда это уже два издания вышло, одинаковые, проверено. И ни одной жалобы, о тексте ни одной жалобы не было, ни одной жалобы не было. А ведь прошло-то уже больше 15 лет... Мне деваться некуда, потому что вот так делаете, что я махнул рукой. Да делайте, как хотите. Игнат Тихонович, мне тоже деваться некуда. Мне Вячеслав сказал, выкину тебя с этой работы, если будешь изобретать. Сказал, делай так. Все, я сделал, как он сказал. Я не могу... Ну, как он сказал? Что, обязательно надо тебе передвигать строчки, что ли? А иначе как проверять-то? Он мне сказал, сделай, чтобы 752 страницы было. Как мне их не передвигать? Две свободные страницы, зачем? Да нет никаких свободных страниц, все подряд сплошняком текст идет. Я не пойму тогда, о каких страницах речь идет? Вы понимаете, я уменьшил текст комментария вашего, сделал все заглавными. Но они выделены среди общего, то есть идет общий текст, а потом комментарий вот такой, он больше, сразу видно, бросается в глаза. Мне это согласовали. Так а зачем, зачем делать заглавные буквы, когда просто увеличить число? Было 16, сделал 18. Зачем их заглавными-то делать, когда там и так она больше? Ну, мне так согласовали. Я же не от себя выдумываю это. Да будет сейчас Вячеслав, то тебя опровергнет сразу. То же самое, но только сделай теперь. Оттуда из шрифта это выпадает. Чего ради заглавное-то? Человек, если он знает, он видит, это заглавное, они увеличены. Я увеличиваю размер буквы. И они очень сильно влияют на людей. А я их сделал заглавными, как маленький ребенок. Да зачем же тебе так портить-то? Велосипед дали, его не надо изобретать. Его надо беречь просто. Вячеслав пусть меня опровергнет, и тогда будем говорить дальше. Я не могу ничего. Он мне поручил, я сделал. Никуда не отклоняет. Ну что, неужели тебе говорил, что вот так делай? Которые буквы там да. Увеличены, сделай заглавными. Так и говорил? Да. Все. Но я если по страницам не совпадает, как проверять теперь, скажи? А что проверять-то? Все внесено уже. А если решено и стоит на месте, зачем тогда пробовать смещать? Опять никак не сходится. Игнат Тихонович, я ничего не могу сказать. У меня есть начальник в этом деле, и он... Как я ничего не вижу? Когда это выйдет у вас, вы будете хвалить там все, но я вижу, что не так. Я уже сколько раз Вячеславу говорил, как угодно теперь делайте, потому что вы не... Ну, все по-другому идет. Репринтное издание. Что непонятно-то? Это все равно, что ксерокопию сделать. Делали всегда так. И переиздают, сколько знаю. У меня книга была репринтное издание. А вот я сделал выше, лучше. Зачем? Зачем? И вот которые репринтное издание, люди делали дореволюционные, они со старыми буквами все так и сохранили. Со знаком препинания, твердый знак. Все так. Репринтное издание. И оно ценится. Ни одна буква не изменена, а тут сплошь и рядом. Я-то прежде чем выделить, подбирали шрифты. Такие специалисты были. Я избрал этот шрифт. Посмотрел, он лучше всего считается. Как в газетах, как в журналах. Везде наблюдал. А сейчас нету. У них все сохранено. Им разницы никакой нет набирать. Куда оно делось? Оно никуда не делось. В каждой типографии было это и осталось. Вот я был, когда смотрел. И они сразу берутся и говорят, все будет так и сделано. Что, Николай, ничего не делайте. Я не пойму, какие ты две страницы все время повторяешь? Что за страницы? Да никакие. Я сделал страницу в страницу, чтобы было. Ну ты говоришь, ужимал где-то и остались две страницы свободные. Нет, никаких двух нету. А сколько?
Все ровно идет 752, как вы просили. Все так и есть. Но тексты смещены. Если указывается вторая строчка, вторую строчку вы не найдете. Она у вас 22 сегодня. Ну, она указывалась на момент правок. Они уже все внесены. Вот я уже вам говорю. Они внесены, правки-то. Зачем их уже искать теперь по строчкам? Мне проверить надо. Когда выйдет экземпляр, я чтоб проверил. У меня это их работа на руках. Теперь это бесполезно. Никак нельзя найти. Вы же не сказали, что будете смещать строчки. Что говорила это Юра, там, Ксения, это у меня все данные на руках. И первый экземпляр я проверять буду. Напечатать один экземпляр только, один, одну книгу, ее проверить надо. Не запускать. Так вообще не печатают. Сигнальный экземпляр, чтобы печатать, они все равно там, если офсет печатается, то там за один раз чуть ли не 100 страниц выплевывает аппарат. Так что они на одну отладку потратят кучу бумаги. Это же не буклет. Почему бы вам не сделать, как было-то? Вот я никак не могу понять, что за зуд такой у человека. Книга не... Я готов сделать, как было. Ну как так? Это шрифт другой, все другое. Вот даже здесь я не могу страницу в страницу перевернуть. Не могу нужную страницу найти. Нету. Абсолютно чужая книга. Вы не доверяете людям, которые сделали правки. Я понял. Вы хотите перепроверить их. Ну, что ты, я могу мне сделать? Прислали уже первый, второй том. И как сегодня она выглядит совершенно не так. Даже страницы как чужие. Но она не понимает, что она присылает. Вот в чем дело-то. Она не знает, что согласовано, что не согласовано. Она присылает, как... Да, она ничего не делает, не присылает. Это вы мне прислали. Вы прислали. Первый, второй том в готовом виде. Я начал смотреть, я его не узнаю даже, как будто это не моя книга. Я ничего не могу больше добавить. Я готов хоть как сделать... Мое дело маленькое. Мне сказали, я сделал. Теперь вы говорите другое. Надо согласовать это, чтобы все друг друга поняли. Да я это с первого дня говорил. Посмотри, проверь, что я писал. Все время один к одному. Один к одному это означает репринтное издание. Только которое они нашли там ее, его поставленное. Там совершенно незначительное. И оно не увеличивает нисколько. Столько же, 42 строчки. Ширина строчки. Все там есть. Такое же. Я не знаю, как это можно теперь. Которые прислали, я не могу страницы перевернуть. Этот, который в PageMaker работает, не работает. Здесь что-то другое надо. Как переворачивать страницу? Это хоть бы написали. Как нужную страницу? Колесико у вас крутится, колесико на мышке есть? Да, я на первой странице, а мне нужна 650-я. Как я на ее перейду? Справа там, как вот на сайте, когда открываете, справа такой ползунок. И здесь тоже ползунок должен быть справа. И на него тыкаете и тащите. И вниз. Куда потянет? Да пока на этой странице это остановится, и ты ее 100 раз будешь дергать. Потому что миллиметр один, это несколько страниц. Ctrl-F. Можете Ctrl-F нажать и 650 набрать, он вас туда бросит. Я делал Alt и Ctrl, набирал у них такое, и буква G, и тогда рамка выскакивает, в рамку цифру. Теперь даже Enter, и все на месте. А это... здесь Ctrl-F надо нажать, и все, и набрать 650, и на 650-й странице окажетесь. То же самое, как по Word вы ищете, точно так же и здесь. Так я по Word-то не страницу ищу, а слово. Ну, здесь вы можете и слово, и страницу искать, точно так же, как по Word. Ну, там ты в Word страницу не найдешь, она не работает. Если... Ну, а здесь работает. Ну, ладно. Для меня это очень огорчительно. Столько времени на одном месте, топчемся, главное. И я еще в руках ничего не имею. Вот мне когда бывает, где-то что-то делают, и сказали сделать, я десятки раз вымеряю, как строитель, чтобы ничего не изменить. Это легкий путь, никогда не ведет к конфликтам. Определенно, такой-то высоты, допустим, палате сделать где-то, дом, окно, у меня размеры, план, я по нему делаю, никогда претензий не было, никогда. Наоборот, еще в похвалу пойдет. А здесь на каждом шагу изобретения какие-то. Зачем велосипед изобретать? Он уже есть.
а я бы сделал по-другому, а я не сделал. У меня даже в мозгах этого нет, чтобы переделывать. Значит, я вам так скажу. Сейчас положен огромный труд, чтобы сделать так, как есть, как сейчас. Потому что мне поручено. Если этот труд не нужен, я сделаю, как вы просите, репринт. Я уже ничего не прошу, я просто хочу понять, зачем? Ну почему мне поручили так, я исполняю. Я ничего от себя не делал. Мне поручил Вячеслав так, вы услышите меня? Я слышу это дело. Мне сказали, ты полностью будешь отстранен, если что-то от себя вставишь. Я сказал, это мне не надо так отстранять. Я все сделаю, как просите, и сделал все, как просили. Теперь это ему нужно направлять претензии эти, а не мне. Он мне сказал, вылетишь сразу же от этой работы, если будешь от себя что-то делать. Ну правильно я это сказал, только ничего не сделал. Ладно. Как-то там бы сделали так, чтобы и картины-то эти, надо сказать, она же 8 страниц, 16. И вот которые есть, надо посмотреть, чтобы вверх ногами картины не были. Как перегнуть надо? Они уже готовы, у Вячеслава. Уже надписи эти более яркими сделали. Екатерина помогала ему. Вы поймите меня. Я сказал Вячеславу, что мне стоило родиться, чтобы этой работой заняться. Вообще родиться стоило. И я за него очень держусь, за эту работу. И ничего от себя не делал никогда. А когда делал вначале, там, он мне сказал, вылетишь, отстраню тебя. Я сказал, не надо меня отстранять, буду делать... Ну, это ты повторяешь одно и то же, а сам это настаивал на этом. Ты бы сказал, какой шрифт был, давай оставим то же самое. Нет типографии такого, в типографии нету. Ну, то есть, сначала, ну, нету, остановилось, я должен соглашаться. А я в это не верю, что нету. Я был в типографии, все шрифты сохраняются. И... Вы меня ставите, а нет такого? Ну, нет, я должен еще сказать, деньги раздай на место. Я говорю, ну делайте так, какой есть. Ну, похоже наберем. Я вижу, буквы даже не такие. У меня я не могу объяснить это. Я чувствую, это другое совсем. Ведь и тот шрифт я избирал сам. Советуюсь в разных типографиях. У меня очень хороший помощник был. И мы на чем останавливались. И вот теперь в начале стоит Новый Завет, какие страницы, заглавные буквы, там, посмотрите, как первая страница, вторая. Вы там тоже начнете что-то придумывать. Ну вот откройте это, первую страницу, Новый Завет, и дальше что написано? Ну, вот так вот сделать. Новый Завет, вот, шрифт такой же сохранить. Вот точно так. Ну, тут-то можно не колбасить. Зачем придумывать-то? Ну, найди такой шрифт. Им покажи, они сразу найдут типографии. Вторая страница, которая идет, там, благословение где, тоже. Но уже дальше, когда книга начинается, там, ибо, допустим, бывает так, что там где-то вопрос стоит, там, курсивом сделано. Не могу ничего сказать. Вы перепроверьте еще раз, пока не заехали, что уже девать некуда, набор сделанный. Тут другие вопросы на вопросы. Посмотри, ленточки у них есть, чтобы они по длине были достаточные. Сверху каптал. Теперь книги должны быть закругленные. Вот у тебя, кажется, вот это вот сбоку, вон там, ну это возьмет, который наша книга. Вот так, закрой ее, посмотри, как она выглядит. Закрой. Ну, она закругленный корешок. Закругленный. Это специальная машина делает, немецкая. Они из-за меня купили это. Если вот так сделаешь, ты видишь, как она ровная книга. А так корешок вот так вот, а потом вот так идет. Еще этого ничего нет. Это заранее надо все абсолютно обговорить с ними. Чтобы ничего не изменили. Сзади там это все наши сегодняшние данные, в университете занятия, детский лагерь, это ушло, все стирается. Значит, тут теперь сделать, где занятия у нас идут, что, ну и с указаниями. Ладно, пока. Не издавайте пока, подготавливайтесь, что. Еще средств совсем мало. Средств мало. Все принято. Угу. Вот. Принято. Никаких цен не назначайте.
цена вообще не вашей власти. Вы узнаете, сколько там стоит, и мне представьте, сколько стоит в готовом виде книгу получить. Сколько стоит вкладыши, эти картины, вкладыши, вклейки. Сколько? Все только на прочных нитках делается. Нет уж, ни одной клеенной у меня нету, даже маленькой книги нету. Ну вот теперь я иногда слова-то беру оттуда, из Филакта-то, и в комментариях я его несколько раз повторяю и подчеркну. Ну, может, не подчеркивать теперь, раз уж договорились. Все, пока. Давай, с Богом. Спасибо, Христос. С Богом.